Короче, у меня тут проба пера. Я хочу постараться отмыть ванную. И у меня есть надежда, что это случится. Потому что, смотрите, когда у нас был потоп случился, и потом я отмывала ванну, ну, чисто для дезинфекции, я ее намазала. Сейчас покажу. Вот этим средством. И, ну, я просто как бы налила по краю. Оно все стекло. Вот белые следы, это то, где было средство, оно, ну, потекло, естественно. А желтое — это то, куда средство не попало. И я сейчас хочу попробовать ну, ровным слоем покрытия, размазать все средство по всей ванной. И через какое-то время, там, через час-два, пошмурыгать щеточкой. Вот она, моя ванна. На самом деле, эта жижа с лимонной кислотой, походу, впиталась. Ну, сейчас я пошмурыгаю ёршиком, посмотрим, что из этого выйдет. Слушайте, ну это, конечно, потрясающе. По сравнению с тем, что было, это просто пушка. Ванная, можно сказать, по сравнению с тем, что было, сверкает своей белизной. Ну, на самом деле, не до конца все отмылось. В общем, получается, что жижа, которая не может отмыть туалет, в общем-то, справляется с ванной. И если ванна не такая убитая, как у меня, то вполне себе можно туда и использовать. Так что хорошо. У меня еще есть совет. В общем, и для прочистки труб, и сюда тоже этот совет подойдет, потому что смысл-то этих всех налетов – это жировые отложения, ну, в коже, когда мы моемся, вот это вот все, у нас грязь смывается. Все это, в общем-то, жировые отложения и кожа, которая оседает на, в данном случае, ванне и на трубах внутри. Поэтому, если залить всю эту уксусной кислотой, которую мне еще надо найти, ну или хотя бы уксусом, на сутки, то кислота должна разъесть все это барахло. Ну, собственно, лимонная кислота, которая в этом средстве содержалась, она тоже это разъедает. Но уксусную, я думаю, посильнее. И, в общем, я хочу на выходных, до выходных, во-первых, попытаться найти уксусную кислоту, потому что я тут встречала только уксус, и то с большим трудом, не везде он продается. Залить все это на выходных днях на ночь, наверное, или на день, не знаю пока точно, как, что будет длиннее у нас. Залить все это уксусной кислотой, и, возможно, меня ждет успех, и отмоется вообще все. Так что, у кого убитая ванная, welcome, уксусная кислота или какая-нибудь жижа с кислотой, и будет вам счастье, я надеюсь.